Сегодня в Набережных Челнах пройдет первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Торговля развернется на территории агропромышленных парков «Южный» и «Зоритал». Кооператоры, предприниматели и фермерские хозяйства предложат продукцию по ценам ниже среднерыночных. В ассортименте мясная гастрономия, молочные продукты, овощи, кондитерские изделия. Пополнить запасы смогут и жители столицы. По традиции ярмарка состоится в агропромпарке «Казань».